Учителя физической культуры школы Кибастуза завоевали призовые места на ежегодном областном конкурсе «Лучший учитель физической культуры 2024». По условиям состязания они демонстрировали свои знания и опыт работы. Гран-при конкурса завоевал Берик Тукенов, учитель физической культуры школы номер 12. Тукенов Берик Жастлекович, номер 12 жалпорта білім беру мектебінің дене шынықтыру мұғалімі. Қош еметтеріңізді аямаңыздар! Преподаватель школы гимназии номер 35 Талгат Бисимбаев занял первое место. Конкурс проходил в 3 этапа. Один из ключевых этапов был это креативный педагог, лучшее спортивное массовое мероприятие и современный урок физической культуры. В 2017 году закончил Павлодарский педагогический государственный институт по специализации физической культуры и спорт. Вторые и третьи места на конкурсе заняли учителя школы гимназии номер 26, школы номер 2 имени Абая Кунанбаева и школы номер 11. На торжественном мероприятии ко Дню Республики ряд педагогов был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами акима города Кибастуз за значительный вклад в сферу образования. Награды присуждались учителям и от имени управления и отдела образования Павлодарской области и города Кибастуз. Руководитель отдела образования Лаура Дисюкова поздравила учителей с праздником и отметила достижения педагогов. Номер 18 жалпы орта білім беру мектебінің физика пәні мұғалімі. Сызбаевна Касымова, Абай Кунанбаев атындағы нөмірі 2-ші жалпы орта білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Егор Жанатовна Байтокина, нөмірі 14 сәбилер бақшасының әдіскері. Татьяна Андреевна Сайбаталова, нөмірі 13-ші арнайы балалар бақшасының мұғалім логопеді әдіскер. Мы ежегодно в честь празднования Дня Республики проводим торжественное мероприятие, на котором выступают все наши дети-призеры, педагоги-призеры, музыкальные наши школы, нашего Кайнара, показывают свое искусство. Также мы сегодня награждаем наших педагогов, которые показали высокие результаты. Если говорить про первую четверть, она у нас полна достижений. Уже у нас есть место на республиканском конкурсе, у нас есть уже призер областного тура президентской олимпиады, который получил путевку в республику. Это одна из важных олимпиад в жизни выпускников. Также у нас много педагогов, которые смогли показать себя. Лучший педагог у нас призовое место в области занял. И вот вчера буквально наши педагоги на конкурсе «Лучший педагог физической культуры» завоевали 2 призовых места. И всех сегодня мы награждаем всех педагогов, которые в течение этого года показали большие результаты как на уровне города, области, республики.